рассмотрим уравнение, например, вида ax квадрат плюс by квадрат плюс cz квадрат равно нулю. Разумеется, x равно y равно z равно нулю — это решение. Но если еще, если есть нетривиальное решение, то мы говорим, что эта квадратичная форма представляет нуль. Понятно, что если есть нетривиальное решение, то мы можем считать числа x, y и z целыми, и более того, даже взаимопростыми, то есть, смотрите, если у нас у этих чисел есть общий делитель, то тогда на него можно сократить, и x тоже. И, соответственно, будут решения, нетривиальные решения, по любому модулю. Ну, и как легко понять, и в поле поэтических чисел для любого простого числа p тоже будут решения. Так вот, оказывается, если нетривиальное решение есть по любому модулю, то обязательно есть и решение о порциональных числах. Это впервые доказал Лежантер. Ни о каких поэтических числах он не рассуждал. И его теорему можно сформулировать в двух, как легко понять, эквивалентных видах. Вот смотрите. Во-первых, если нам дали форму от больше, чем трех переменных, про это мы будем говорить потом. Если нам дали форму от одной переменной, то говорить, собственно, нечего. Потому что форма от одной переменной дает нам уравнение ax квадрат равно нулю, ну и нетривиальных решений нет. Если форма от двух переменных, то есть уравнение вида ax квадрат плюс by квадрат равно нулю, если другая квадратичная форма, то можно диагонализовать. Так вот, если такое есть, то, разумеется, мы можем разделить на b и записать все в виде y в квадрате, это есть минус a разделить на b x квадрат. Ну, если вот это число отрицательное, то, конечно, x равно y равно нулю. Если положительное, то все зависит от того, это квадрат или не квадрат. И если представить себе, что вот это число не будет квадратом, то есть какой-то простой множитель, который входит в нечетной степени в разложение на простые множители, и тогда в соответствующем поле поэтических чисел не будет решения. То есть для форм от двух переменных тоже все очевидно. Есть нетривиальное решение в рациональных числах, тогда и только тогда, когда есть нетривиальное решение в любом поле поэтических чисел. А вот для трех и выше задача сложнее. Повторяю, для больше, чем трех переменных, разговор будет потом, и окажется, что он довольно простой. По-настоящему важная вещь – это теорема Лежандра. Две формулировки. Если нам дали квадратичную форму, где а, b, c свободны от квадратов, попарно взаимно просты и не все одного знака. Давайте обсудим, почему, собственно, это нормальная ситуация. Смотрите, если мне дали любую форму, то я могу ее привести к диагональному виду. И если вдруг все числа оказались одного знака, ну тогда все понятно. Тогда x равно y равно z равно нулю, потому что сумма трех положительных чисел не может быть нулем. Или сумма трех неотрицательных чисел, точнее, равна нулю, когда все они нули. И то же самое. Сумма трех неположительных чисел тоже равна нулю, когда все они нули. Так что вот это не все одного знака, конечно, нужно. Попарно взаимно простые. Это очень легко. Представьте себе, что у нас здесь есть некоторый множитель p, входящий в a и в b. Тогда мы делаем так. Мы вместо z пишем p умножить на новую переменную. И после этого сокращаем все на p. Да, вот здесь p квадрат вынесется, а на p сократим. И таким образом можно уравнение немножко упростить и сделав так несколько раз, мы добьемся, чтобы они были попарно взаимно просты. Свободные от квадратов еще проще, потому что если есть какое-то простое число в отложении во второй степени или там, большей, то мы, конечно, можем ее занести внутрь перемен. Да, так что это ничего не ограничивает. Так вот, это уравнение имеет нетривиальное решение тогда и только тогда, когда минус bc является квадратом по модулю а, минус ac квадрат по модулю b, и, соответственно, минус ab – это квадрат по модулю c.
Давайте поймем, почему. Ну, наверное, стоит сначала объясниться такую совсем простую штуку. Если есть нетривиальное решение, то можно считать, что числа x, y и z, все три, не нули. Почему? Ну, представьте себе, что мы нашли нетривиальное решение, но в этом решении, скажем, z равно нулю. Может такое быть? Ну, в принципе, может. Но это будет означать, что на самом деле вот это выражение дает нуль для ненулевых чисел. Собственно, только что здесь была написана эта формула. И это значит, что когда мы вынесем а за скобку, то здесь будет фактически разность квадратов. А как известно, разность квадратов принимает все ненулевые значения. То есть, если вы будете брать в качестве z любое число ненулевое, то вы вычислите cz квадрат и потом сможете подобрать числа так, чтобы разность квадратов, ну, приняла нужное вам значение. Вот. Таким образом, можно считать, что x, y и z это не нули. Александр Андреевич, подождите, не успевайте. А как это вы от суммы квадратов перешли к разности квадратов? Чтобы уравнение ax квадрат плюс by квадрат. Дело в том, что буква, она может обозначать отрицательное число. Да. Чтобы вот это уравнение имело нетривиальное решение в рациональных числах, нужно, чтобы число минус b разделить на a было бы квадратом. Так? Что значит минус b разделить на a, это какой-то t квадрат? Это значит, что вот эта вот величина записывается как a умножить на x квадрат. А вот теперь смотрите, минус b это at квадрат, да? То есть минус t квадрат y квадрат. Это и есть разность квадратов. Это да. Понятно? Да. Хорошо. Итак, можно считать, что числа x, y и z все не нули. Ну, естественно, можно считать, что целые. И можно считать, что попарно взаимно простые. Я уже объяснял, что если они не делятся, то можно будет, соответственно, сократить, ну, все числа x, y, z одновременно на это число. Замечательно. Ну и смотрите, скажем, по модулю A, что у нас получается? Вот у нас есть такое равенство. И у нас, соответственно, by квадрат плюс cz квадрат – это 0 по модулю A. Пишем. By квадрат плюс cz квадрат – это 0 по модулю A. Отлично. Теперь давайте умножим это все на c. Получится cb, c квадрат, z квадрат. Значит, минус bc, а нам как раз оно не нужно, минус bc умножить на y квадрат, минус bc y квадрат, это то же самое, что cz в квадрате. Но число y должно быть обязательно взаимно просто с числом a. Потому что иначе на этот простой делитель должно было бы делиться и z, а тогда y и z были бы не взаимно просты. Поэтому y, число взаимно простое с числом a, можно на самом деле перенести в эту часть, то есть поделить на него. Ну, помните, значит, надо выписать все числа от 1 до а, каждую умножить на y, из-за того, что y взаимно просто сам, все эти числа будут давать разные остатки, значит, там получится где-то единица. То есть есть такое число, что на квадрат его мы умножаем обе части, и здесь будет остаток 1 деление на а. Вот мы и получили. Ну и в остальных случаях так же. То есть необходимость, в общем, очевидна.
ничего такого существенного и трудного в этом условии нет. А вот достаточность – это красивая, замечательная теорема. Теперь давайте посмотрим на вариант ее формулировки. Вот там А, Б и С входили в некотором смысле симметрично, а можно было сделать так. Домножить то уравнение на С, и тогда мы получили бы АСХ квадрат плюс БСУ квадрат плюс С квадрат З квадрат. После чего С квадрат З квадрат оставить в одной части, а остальное отправить в другую. И при этом мы могли сделать так, чтобы вот эти коэффициенты были положительные. Понятно идея? Вот когда у меня есть все числа не одного знака, то что это означает? Три числа не все одного знака. Это значит, что из них два положительных, одно отрицательное. Или наоборот, два отрицательных, одно положительное. Так вот, мы могли взять число, которое по знаку отличается от других двух. Потому что здесь они, А, Б, С, входят симметрично. И, соответственно, уравнение тогда приобретет вот такой вид. АХ квадрат плюс БУ квадрат равняется Z квадрат. Так вот, я сейчас это не буду делать, но легко сообразить, что вон те вот условия нижние, которые там были написаны на правой доске, пересчитываются вот в это. То есть просто вот если посмотреть, какая замена при этом происходит с этими буквами А, Б, то на самом деле получаются такие условия. Я лучше сделаю так. Я просто заново объясню, почему вот эти вот условия точно должны выполняться. Смотрите. Во-первых, почему разумно считать, что А и Б свободны от квадратов? Ну, опять, если что, в неизвестном занесем. Почему, если есть нетривиальное решение, то альфа квадрат сравнимо с А. Почему такое целое число существует? Ну, понятно почему. Переходим здесь к сравнению по модулю B и видим, АХ квадрат сравнимо с Z квадрат. Если бы число X имело общий делитель с числом B, то мы бы тогда, смотрите, на какое-то простое число делится X и делится B. Тогда бы Z делилось на него. Но тогда x и z не были бы взаимно простыми, а тогда y на этот самый тоже бы вынужден было делиться, потому что они у нас свободны от квадратов. И мы сократили бы x, y, z на это. Значит, вот ax квадрат сравнимо с z квадрат по модулю b, и при этом x взаимно просто. Ну так же, как там, любое взаимно простое число обратимо по модулю, с которым оно взаимно просто. Мы получаем вот это. Хорошо. Ну, абсолютно симметрично получаем вот это. Интереснее здесь. Смотрите, давайте посмотрим. Минус АВ разделить на d квадрат должно быть квадратом по модулю d. Ну, на самом деле тоже не хитрое дело. Вот давайте перепишем. Введем такую А-штрих, это А разделить на Д, и Б-штрих, это Б разделить на Д. Смотрите, как тогда записывается вот это уравнение. А-штрих Д умножить на х квадрат плюс В-штрих Д умножить на y квадрат равняется z квадрат. Очевидно, z должно делиться на d, потому что d свободно от квадратов. Вот. Значит, здесь можно написать d в квадрате, u в квадрате, где u – некоторое целое число. Сократим на d. Получим h'x квадрат плюс b'y квадрат – это d u квадрат. Ну, то есть 0. Мы уже получили 0 по модулю d. Да? Теперь надо умножить на b'. И тогда будет так. a'b'x квадрат сравнимо с минус b' в квадрате y квадрат.
Ну и опять говорим, что число x должно быть обязательно взаимно просто с числом d, потому что иначе тот же делитель должен быть у y, а это не может быть, потому что мы взяли приведенное решение. Так, замечательно. Значит, необходимость я и в этом случае объясню. Теперь доказательства. Для обеих формулировок есть красивое доказательство. Давайте начнем с правой. Давайте начнем вот с этой формулировки. Я ее все-таки чуть-чуть подправлю. Давайте все-таки считать, что, поскольку мне придется писать неравенство, что я знаю, какого они знака. То есть, давайте вот в этом месте я перед c напишу минус и напишу a больше нуля, b больше нуля, c больше нуля. Два числа одного знака, ну, так можно. И надо не забыть везде перед c написать минус в этих условиях. Это будет то же самое, но так будет лучше. Итак, сюда, здесь минус я убрал, а здесь ничего не надо убирать, потому что по модулю c и по модулю минус c. Это одно и то же. Отлично. Так вот, есть разные простые числа, делители одного из чисел a, b, c. Для любого такого простого числа у нас, ну, например, число p является делителем числа b. У нас получается ax квадрат минус cz квадрат. Причем по модулю p есть нетривиальное решение. Здесь вот написано, да, что ac является квадратом. Значит, можно найти такую линейную форму, что по модулю p вот это вот выражение ax квадрат плюс by квадрат минус cz квадрат будет, повторяю, по модулю p, будет делиться на эту самую линейную форму. Потому что a умножить на c это квадрат. Соответственно, когда мы вынесем a, то у нас остается разность квадратов, а разность квадратов на множителе разлагается. Теперь напишем много таких сравнений. Для каждого делителя одного из чисел у нас получится соответствующее сравнение. Сравнимо с некоторой линейной формой, умноженной на другую. Разумеется, по модулю p. Так можно написать для любого простого делителя одного из чисел a, b, c. По китайской теореме об остатках существует такая линейная форма, то есть выражение x каким-то коэффициентом в целом, y в целом коэффициентом и z в целом коэффициентом, обладающее тем свойством, что по любому из этих простых модулей L сравнимо с LP. И теперь давайте сделаем так. Вместо числа x будем подставлять числа от нуля до корня из bc. Вместо числа y от нуля до корня из ac. И, соответственно, вместо z от нуля до корня из АВ. Сколько вариантов? Ну, вариантов для x больше, чем корень из bc штук. Да? Потому что это корень, целая часть корня из bc плюс 1. Для этого больше, чем корень из ac. Для этого больше. Поэтому всего вариантов больше, чем произведение вот этих чисел. То есть больше, чем а, b, c. Но смотрите, у нас такое сравнение было верно по любому модулю. И, соответственно, мы можем рассмотреть форму L по модулю A, B, C, по произведению этих трех чисел.
Что у нас есть? У нас есть тройки чисел x, y, z. От каждой из них мы можем вычислить эту линейную форму. И вариантов больше, чем А, Б, С. Значит, найдутся какие-то две такие тройки, для которых по модулю А, Б, С форма даст один и тот же ответ. То есть найдутся какие-то x1, y1, z1, удовлетворяющие вот этим неравенством, и какие-то, не все совпадающие, другая тройка, x2, y2, z2, для которых по модулю ABC выполнено такое сравнение. Замечательно. Значит, если мы форму линейную перенесем, то получим, что L от x2 минус x1, y2 минус y1 и z2 минус z1 делится на ABC. Отлично. Вот именно эти числа и надо посмотреть в качестве x, y и z. Вот это будет x, это будет y, а это будет z. Что получается? У нас вот это выражение делится на ABC. Потому что для любого простого числа P есть вот такое сравнение, а L это 0 по модулю ABC. Значит, L P будет 0. И значит, L вот будет 0 по модулю P. Для любого простого все хорошо, и значит, для произведения также. Мы нашли тройку чисел, обратите внимание, удовлетворяющую вот таким неравенством, для которой ax квадрат плюс by квадрат минус cz квадрат делится на a, b, c. Ну, осталось совсем чуть-чуть. У нас x квадрат меньше, чем bc, поэтому вот это число будет меньше, чем abc. Это тоже меньше, чем abc. А это число, заметьте, другого знака и тоже по модулю меньше, чем А, Б, С. Значит, вот это число больше, чем минус А, Б, С. Больше, потому что вот оно что-то не дотягивает до А, Б, С, это больше. И меньше, чем 2 А, Б, С. Вот. И при этом делится на А, Б, С. Значит, это либо 0, и тогда теорема доказана. Все, мы нашли нетривиальное решение, что получили 0. Либо это А, Б, С. Этот случай придется разобрать отдельно. АХ квадрат плюс БХ квадрат минус СЗ квадрат вдруг оказалось равно А, Б, С. Умножим обе части на С. Получим АС умножить на х квадрат минус АБ равняется С в квадрате Z в квадрате С. Так, х квадрат минус АБ. Получили это равенство? Ну, смотрите. Мы видим здесь квадрат, здесь bc умножить на квадрат, и здесь bc умножить на квадрат. Этот прием очень часто возникает, когда мы работаем с уравнением Гейля. Мы можем сейчас написать так: ac это cz в квадрате минус bcy в квадрате разделить на x квадрат минус bc умножить на 1 квадрат. И, как известно, такое число представимо в виде какой-то квадрат минус bc умножить на какой-то квадрат для рациональных чисел А и Б. На всякий случай я сейчас, конечно, выпишу эти формулы, но они у нас уже много раз в той или ином варианте были. Вот. И смотрите, что это будет означать. Если мы опять с вами, после того, как докажем, что существуют такие А и Б, умножим все на С,
то получится уравнение. АС в квадрате равняется СА в квадрате минус Б С в квадрате Б в квадрате. А это то, что нам нужно. Потому что А умножить на какой-то квадрат плюс, если перенести, Б умножить на какой-то квадрат, это С умножить на какой-то квадрат. То, что нам нужно. Итак, осталось провести стандартную алгебраическую выкладку. Научиться делить одно выражение на другое. Как известно, это делается так. Во-первых, мы просто в знаменателе напишем квадрат. X квадрат минус BC в квадрате. Во-вторых, домножим на это число числителя и разложим по формуле равенства квадратов. Здесь вот у нас будет y корней из bc, здесь будет cz плюс y корней из bc, а здесь будет x плюс корень из bc и x минус корень из bc. И дальше понятно, что делаем. Дальше объединяем вот эти два множителя и объединяем вот эти два множителя. Получим вот выражение. Какое-то число минус какое-то другое число корней из bc умножить на то же самое число плюс то же самое число корней из bc. И все получилось. Таким образом, оказывается, если число abc представим квадратичной формой, то и ноль. Ставим этой квадратичной формы, вот просто из этого вычисления. Так, в одной из формулировок можно, мне кажется, довольно просто доказать теорему Лежанка.